Вот в этом ролике я хочу рассказать вам о производстве плетеной мебели. Она начинается вот с такого живописнейшего места. Это русло замерзшей реки. Здесь мы будем изготавливать пруд, который в дальнейшем пойдет у нас на производство этой красивой мебели. Для этого нам понадобится секатор, какая-нибудь полноприводная машина. Желательно отечественные, чтобы она не сломалась. Вот мы подъехали к делянке, вот тут прошел снегоход, вот мы тут подъехали. Вот уже лежит пруд заготовленный. Режется он весь подряд, потом в дальнейшем сортируется. Подошли на делянку, начинаем заготавливать пруд. Для этого нам надо руки и секаторы. И вперед. Вот уже обрезанная крупаженка у нас тут. Вот мы обрезали ее. Вот кучки лежат. Вперед. Каждой палочке надо поклониться.